борьбы за 10-й технический разряд на белый пояс под следующий элемент. Первый. Это дожим. Первый самый простой вариант. Дожим, дожим локтя. Выполняется, соответственно, накладывается рука, одна или две руки. Вот, другая часть руки упирается в корпус, в данном случае на грудь. Вот, и движение вниз. Самый простейший элемент. Соответственно, дети должны умеют делать изначально просто данное положение, утягивать руку. Вот. Дальше идет движение вниз. Очень важно то, что ни в коем случае не сгибается сюда. То есть опять-таки движение напряженная спина, здесь вы жестко фиксируете руку и, соответственно, делаете.